Всем привет, дорогие друзья! С вами The Craig и Шати, здорово! Всем привет, ребята! Слушайте, друзья, мы сейчас находимся где-то, я честно не знаю где, в общем-то, мы сейчас спросим эту Шади, он нам объяснит, потому что вот то, что я знаю, это просто, знаете, мне Шади написал, такой, Крэгги, братан, срочно, вот, срочно, я такой, что такое, срочно, вот, не надо объяснять, просто заходи, я тебе потом объясню, в общем, Шади, давай, объясняй. Короче, настало время спасать мир, ребята, мы сейчас с вами будем проходить Adventure карту. И будем мы в роли агентов, которые будут спасать мир от террористов, которые хотят уничтожить этот мир. Сложно, это да? Это очень интересно. Я тут очки надел, это как медаль. В общем, ладно. Тут ты есть там... какой-то сундучок, ты видел его вообще? Нет, я даже ничего тут не делал, так что тут... О, пистолетик. Контрейнинг. Слушай, подожди. О! Так, стой, верни! Там одна пуля была, моя. Подожди, я сейчас прочитаю. Давай книгу прочитаем. Давай. Давай, ты пока... For the map. You can also find this in the text. Короче, блин, что здесь написано? Давай, сейчас, подожди. Первым делом эта карта сделана для двоих человек, и никак иначе, ребята. Музыка выключена. Mm-hmm. Так, ладно, сеттинги у нас все нормально. Надо проверять. Текстурпак у нас все работает. Хорошо. Так, команда, это по команде, так. Не использовать. Да, option. Не использовать. Короче, мне кажется, здесь для лохов это инструкция. Мне кажется, можно пойти играть. Мод, геймплей, дисконнектинг. О, make sure both players. Смотри, нас предупреждают, то, что иногда будут видимые барьеры. Угу. Значит, нам туда короче, идти не надо. Короче, если ты умираешь, нужно как можно быстрее нажать респаун. Ну все, получается, мне кажется, такие стандарты. Все, погнали. Тут... Стрелять, короче. Так, вот у нас. Ой, все, сдаюсь. Так, нам в кнопку надо стрелять туда, что ли? Ну, наверное, да, я не знаю. О! О, я попал, или ты попал. Не знаю. Блин, я хочу попасть тоже, подожди. Нет, мы отсюда не уйдем, пока я не попаду. Мне кажется, я уже попал. Ладно. Вот, сейчас точно попал. Так, ну что, друзья, мы начинаем, мы готовы. Я не знаю, так, как начать, кстати. Это наш создатель карты, но на табличку надо нажать, давай. Click on me to start the map. Ты готов, Шади? Давай, погнали, все, я уже нажал. Так, давай сейчас, наверное, так. Здорово. Hello, Mr. Shady and the Greggy. Подожди, я создатель... I'm the map maker. Я создатель карты. I know you are really... hooped and can't wait to start playing. Я знаю, что вы ждали перед тем, как but начать эту карту. But I just have to double check that you are following all the rules. Но перед этим я хочу провести двойную проверку ваших some правил. Some people just don't care about things like that, you know. Некоторые люди не следуют этому. If you are 100% sure that you have all right settings, right-click the sign again. Если ты 100% следуешь настройкам, то нажми на табличку снова. Make sure both players are on server when you do it, or the map will break. Так, типа, что-то с игроками надо сделать. Нажать, иначе карта сломается. Да. Все, погнали. Давай. Клац, и ты клац. Отлично! Sorry for making you wait for so long. Извини, что заставляю тебя ждать так долго. But there is one more important thing. Еще одна важная вещь. I need to test if both of you are using the map resource pack. Я должен убедиться в том, что ты используешь нужный ресурс пак. There is a block in the middle of the room. Блок в середине комнаты. All you have to do is to open the chat and click on the color that matches the color of block. Открой чат и нажми на тот цвет, который у нас получается цвет blue, блока. Blue, red, green, yellow, purple, white, black, orange, gray. Думаю, это и так понятно все. Мистер Шади Майнес ready. Отлично. Great, you are now ready to start. Right click the sign to start the map. Нажмите табличку, чтобы начать играть. Boom! Вот, меня с тобой ТП, ну отлично. Anti-Apocalypse Agency by the Morris. Anti-Apocalypse Agency. Ты же английский читаешь, извиняюсь. Слушай, а у нас этот остался, что ли, ган? Ган или нет? Интересно. Ладно. Chapter 1. The Super Secret Mission Thing. Сейчас первая суперсекретная штучка какая-то, так. Ух ты, у нас есть, короче... Смотри. The world is full of people who want to destroy the world. Мир полон людей, кто хочет уничтожить Землю. Давай не так, чуть-чуть, блин. Это прикольно. Капитан, давай. Друзья, в общем, обязательно напишите, вот стоит ли нам так делать, по-моему, это угарно. Обязательно в комментариях напишите, прям вот по всем видосам мы прочитаем, а пока мы так будем делать. Tourist organization currently possesses some... Блин. Подожди, ладно, давай. Короче, террористская организация, я знаю, Корл это лиса. Не-не, террористическая организация, получается, имеет доступ к каким-то архивам. Архивам, да, которые содержат информацию о взломе государственных компьютеров и запускает
ядерную ракету, получается. Ядерную ракету на весь мир. Но два агента... Два бравых человека. Два чувачка. Так. Смотри, давай по ролям переводи сейчас по-русски сразу. Давай. Я, короче, walkie-talkie. Хорошо. Пойдемте в библиотеку вниз по лестнице и заплантите там бомбу. Слушай, я тебе скажу. Это наш босс, получается, говорит нам. Ладно, давай. А, нет, я тогда за Крейги. Давай. Окей, погнали. Сделаем это. Ну что, давай сделаем это. Так, подожди, у нас есть что? У нас есть, короче, смотри, у нас есть ган, то есть пистолет. О, смотри, туда мы пройти не можем, кстати, с тобой, свечу. Значит, нам надо идти туда, логично? У нас есть right-click, чтобы перезарядиться вот на эту фигню. Давай я сразу перезаряжусь. О, отлично. У тебя в чате релоудинг, да? А, мне вернулось это все. Ну ладно. И walkie-talkie. Я нажму на него и... Hello? Не, ничего не работает. Ну ладно. О, слушай, у тебя телефончик есть какой-то? Да. Нифига себе. А, это же я разговариваю. Друзья, у меня есть власть. Это прекрасно. Library, библиотека. О! Слушай, я не сильно закричал сейчас? Шутки! Не, нормально. Я убил его. А, все отлично. Я испугался. Ох, черт, убей так, его. Нужно подожди, я перевожу. О, нет, он теперь не знает, что мы здесь. А давай куда мы запрыгнем для того, чтобы спрятаться. А, например, на стену справа. Давай. А как мы на неё запрыгнем? Я могу вот так вот сделать. Смотри, какая-то кнопка есть. Open, close. А, нет, здесь, наверное, нужно просто вот так вот по лестнице и все, типа, изи. Ну, наверное, нужно запрыгнуть на нее или нет, я не знаю. Да, наверное, так. Изи, оба! Давай, так, мы, получается, с тобой еще не забывай по ролям читать, все так, все спрятаться. Да, конечно. Ох, здесь ничего не видно, типа. Да, ничего, смотри, они подходят! Спрячься за барьер. Агенты должны быть где-то здесь. Если вы найдете их, убейте их. Мне страшно, блин, реально. Мы должны дать им сбежать отсюда. Что нам делать? У нас есть один выход. Бежать, типа идти через библиотеку. Нам просто нужно пробежать среди этих защитников и не дать нам стрелять, а им дать нас стрелять? А ты думаешь, у нас есть другой выход? Чувак, это безумен! Чё делать-то? Окей. Я считаю до трех и мы начинаем. One. 2, 3, let's go! Ты живой? Да, живой. Нас стреляют. Закрывай! Закрывай дверь! Фух, отлично. Это... Быстрее, пожалуйста, роли, а то, мне кажется, такой паузы нет в общении. Close the door, закрой. Погнали. Друзья, это экшоном, на самом деле, мне уже нравится. Так, давай, ты говоришь. Заплэнть бомбу в том углу. А слушай, у тебя динамита нет, наверное, да? У меня нету, но у тебя есть. А, все. Я, получается, минер, а ты свизер. Да, я смотрю. Ой, смотри, кто идет, смотри, кто идет. Ой, стреляй в них! Фигать просто по максимуму. Не, друзья, мне кажется, мы просто бал. Фух, краб. О боже, это было реально опасно, это было очень рядом. А что делать теперь? Теперь, как мы сможем отсюда теперь уйти? Босс, ты тут? Босс, алло. Какие-то проблемы? Ты бы нам сказал, что мы, короче, бежали от библиотеки между охранников, и они на нас стреляли, и они знают, что мы здесь. Они отправили для нас 15 чувачков, которые хотели нас убить, и еще больше идут. У нас еще 3 бомбы. Что нам делать, братан? О, черт. Окей, теперь у нас план Б. Не надо другой голос делать. Здесь есть элеватор. Справа от угла. Лифт. Да. Поднимитесь на второй этаж. Или спуститесь на второй этаж. Приберитесь в комнату архивов и разместите там оставшийся динамит. Также вы можете разместить динамит в лифте. Мы поняли. Мы идем. Погнали. Good luck. Удачи. Да. О, все отлично. Так, ну, посидеть на дорожку обязательно, слушай, надо посидеть на дорожку. Посидеть надо обязательно. Обязательно, посидели, вот так вот кружочек навернули. Все, можно идти. Теперь? Ой, так, F5. Слушай, мы... Это четвертый, нам четвертый не нужен, нам нужен второй же, да? Да.
Ладно. А, подожди. А, мы спускаемся. Нам точно на второй этаж? Нам сказали динамит здесь положить. Да, ну, ты, короче, и сваливаем, отлично. Слушай, мы на втором... Чё там? Закрывай дверь! Ой-ой-ой-ой! Закрывай, не знаю! Уйди оттуда! Чё за фигня? Одну хп! Давай сорвём их все от хил сейчас! Подожди, ты меня испугал, блин. Уйди оттуда! Ты на кнопках стоишь, я перезаряжён. Ой. Сейчас. Этот как я... Слушай, давай, короче... Ты... Ёпрсоте! Ты видел? Подожди, я динамит зажёг, ты видел? Я видел, но подожди, а кто... Кто застрелил меня? Я не понял. Солдат, тогда солдат. Я выйду аккуратненько. Ой, слушай, и они кругом стоят. Давай, слева, короче, справа. Давай, готов? Ты, смотри, ты выходишь слева, смотришь направо, я выхожу справа, смотрю налево. Давай. Так, как Рэмбо. Давай, давай. На шифтах, на шифтах. Нет, зачем? Давай, мы сейчас друг друга перебьем так. Раз. Два. Отлично. Респавнись, респавнись. Нормально. Сюда. Нет, давай по очереди. Блин. Подожди, давай, давай лучше. Я иду, иду, иду. А, бам! Короче, сзади... просто вылетаем! А, все, здесь никого нет больше. Фух, ты меня ищу. Так. Легко. Так, подожди, а ты это, динамит-то как? Фух, я не знаю, он вроде нормально. Мы чуть не... чуть задание не провалили. Зажги его. Зачем? Нет, динамит, по-моему, нам... мы не все разместили, у нас еще две штуки есть. А, нам, окей, нам сказали библиотеку взорвать. Библиотеку мы можем взорвать, окейшки. Так, а, супер секрет архив став. Ну, короче, здесь какие-то архивы. Ну что, мы на месте! И мы наконец-таки сделали это. Заплыньте TNT в два угла там и там. Так, там вообще. Да, я писал туда и вон туда. Не, давай туда. В тот, давай в тот. Ой, какой? В тот, в тот. Туда? В тот. Да. Не ставится вот здесь. Там не ставится. Блин, я же сказал туда заплантить. О, друзья, ошибочка. Ладно, нормально. Так, ох. О, камера наблюдения. Так. Слушай, сейчас пипец нам будет, я чувствую. Bad guy. Да, bad guy, bad guy все. А! Ого! Крэк! Чёрт! А, это ты. Чёрт! А чё они не убиваются? Опустите оружие. Да, давай. И руки в воздух. Как-то руки наверх. Пошли нафиг, умираю, но не сдаюсь, да? Всё, у нас всё с дроптом. Нам говорят, последний шанс, короче, иначе мы умираем. Чём? О! Чё? А, это, короче, какой-то парень, который нас спас, походу. Ну, или... Чё, ты переводишь его или я? Боб, это Боб, да. Здорово, бобец. Боб, здорово, братан, чё ты здесь забыл, а? Здорово, парни. Слушайте, у нас... Давай, короче, по одному, чтобы так мы, короче, не молчали. Да, давай. Да, давай. Подожди, а как ты сюда проник? А... И чё? Короче, я, короче, просто шёл по лестнице такой. Через другой вход зашёл. Да, я, короче, увидел, как они спят или что-то такое. О, черт, у нас тут была куча проблем, наверное, я не знаю, как это. Я реально не знаю, что эти парни всегда, короче, что-то тут вещицы какие-то. А, блин, что такой сложный английский? Давай, я плачу. It's called trying not to get killed. Нах! You just never see the simplest. Почему никогда не видите легких путей? So should we get out of here and blow up the ladder? Чё, мы опять что-то так начали делать? Короче, нужно взрывать лестницу. А, вот, чё-то... Он сказал, типа, я вас скажу, где выход, если вы мне позволите взорвать базу. Ну, короче, он взорвал базу, по звукам слышно. Да. Chapter 2. Бум! Бум-бум-бум! Найс, друзья, мы прошли первую главу, или как это называется, я не знаю, часть, хрен знает, о, короче. Смотри, смотри, где мы стоим. Ой, здорово, пацаны. Стив, Том, Барт, Питер. О, босс. Спасибо за выполнение. Спасибо, да, за работу. За вашу фантастическую проделанную работу, Шадимэн. Агент Крэгги и агент Боб. Их секретная база, архивы были уничтожены. Ай, больше эти архивы не содержат никакой информации, которая бы позволила взломать информацию, вернее, компьютеры правительства и загрузить туда ракету. Джентльмены, поздравляю вас за отличную работу. Это спасибо. Прекрасно. Ребята, спасибо всем. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо за просмотр. Да. А теперь дуйте за работу, парни. Нормально, нормально. Ну все, спасибо. Ready for some training. Вы готовы немножечко? Подожди, как думаешь, мы сейчас продолжим или может на следующую часть да. перенесем? Погнали. Ну что ж, друзья, да, давайте закончим на этом. Или все-таки или потренируемся, нет? Давай я посмотрю, сколько времени да, мы давай. Снимаем.
У меня показывается 15 минут. Ну давай, может, тогда до 20 догнать или как? Или закончить. Мне кажется, здесь, что было поинтереснее. Нужно сейчас закончить и перед самым интересненьким на вторую серию оставить. Ну, давай, давай. В общем-то, друзья, а что мы хотим сказать? Обязательно напишите, как нам лучше переводить вот эту фигню. Потому что, типа, мы пока не можем вот реально... Мне кажется, лучше сразу на русский переводить, а то бред какой-то получается. Может быть, да, может быть так проще, потому что что-то мы сначала не успевали, потом что-то наоборот медленно было. В общем, давайте просто на русский будем переводить. Вы обязательно напишите, друзья, мы почитаем. Может быть, ваше... О, слушай, это смотри. Тут очень крутым. Тут подписан твой стул, это именной стул. Твой стул, смотри. Агент! О, подожди, я не могу сесть на него. Эх, жалко, мы сесть с ним. О, смотри, я сел. Как ты? Ну, в смысле, а, так, подожди, друзья, мы должны закончить на своем кресле. Только... Так, не-не, прямо на него встань и нажми на него, на эту ступеньку. Блин, так, ну подожди. Правой кнопкой мыши, правой кнопкой мыши. Я вроде жму правый. Ну, нет, ну я хочу тоже сесть. Ну, смотри, я, получается, нажимаю. Может, оп. Я сюда могу сесть? Подожди, вот смотри, я на твой стул сейчас тоже сяду. А, нет, у тебя не работает стул. Так, мой стул сло... О! Всё. Ой, слушай, подвинься, я хочу тоже сесть. Нет, все, тут для одного только места. А, ладно, короче, друзья, я вот так вот сделаю. Я просто очень длинный, и стул, короче, ну, ноги там короткие у меня немножечко. Подожди, может быть, здесь есть какой-то еще рабочий стул? Я тоже сесть хочу. У меня ноги... О! Это агент Боб. Я буду агент Боб, друзья. Ладно, всё. Отлично. А, в общем... Обязательно напишите то, что мы сказали, друзья, по лайку. Прям вот ставьте огромный лайкосик и на моем, и на Шейде. Мы снимаем на два каналчика, друзья. Поэтому реально это стоит того. Ну и, наверное, будем заканчивать, друзья. Смотрите вторую серию, которая выйдет не знаю когда. Но обязательно ее посмотрите. С вами был The Craigie, с вами был Шади. Всем удачи, всем пока! Всего хорошего настроения, ребят, и пока.